Городецкий район – практически центр Нижегородского региона. В его составе более 400 сельских поселений и два города – Городец и Заволжье, разделенных рекой Волгой. Многие предприятия, как российские, так и с привлечением иностранного капитала, размещены на промышленной площадке индустриального парка Заволжского моторного завода, получившего такой статус первым в Нижегородской области. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура для запуска новых инвестпроектов. Бизнес приходит и в сельское хозяйство. Высокотехнологичное оборудование, новейшие технологии позволяют сегодня многим сельхозпредприятиям района стабильно работать, получать прибыль и успешно развиваться. Городецкий район входит в десятку лидеров регионального рейтинга по развитию предпринимательства. Различные инструменты поддержки предлагают два бизнес-инкубатора, причем один в Городце создан без привлечения федеральных и областных средств. Удачное географическое положение и выгодная логистика, промышленный и туристический потенциал делают Городецкий район привлекательным для сотрудничества с деловыми партнерами в различных сферах бизнеса.